Приветствую вас всех на моем канале. Меня зовут Елена, кто не знает. Давайте посмотрим город Славянск. Как там развиваются события? Для города заканчивается один период и начинается другой. Грядут очень серьезные перемены для города. Это, конечно, перемены к лучшему, но в том случае, если вы, так скажем, за Россию. Если же вы за Украину, то для вас, может быть, и не очень хорошие перемены. Но они начинаются. Все, один этап заканчивается, другой начинается. Что сейчас в Славянске? Стараются люди друг друга поддерживать, либо приходит какая-то помощь, дай бог, ну, как гуманитарная, там вот эти все выплаты, то есть какая-то идет работа, помогающая людям. Но эта помощь может быть и не, так скажем, не для всех, а выборочная. Пока ситуация наиболее благоприятно развивается для города, более или менее, но насколько это возможно, тихо. То есть боевые действия где-то, но пока вот идет тишина. Строятся какие-то новые планы на будущее. Вполне возможно, что к чему-то готовится. Но я бы даже сказала, что и подготовки-то я не особо вижу. То есть тут жезлов никаких нет. Из вышедших 5 карт 3 старших аркана. Вот. В общем, ситуация такая, даже уже на данный момент, она довольно-таки серьезная. Ну, давайте посмотрим, как будут развиваться события в ближайшие пару недель в Славянске. Сначала будет, в общем-то, спокойно, но будут все в ожидании, потому что, скорее всего, будут слышны боевые действия совсем рядом, они уже слышны, а тут будет совсем рядом. То есть именно ожидание вот этих предстоящих перемен, и тогда события начнут развиваться быстро, но придется пройти через определенные страхи. События ускорятся. И тоже вот эта карта говорит о том, что подойдет один период к концу, и начнется новый период для города, который будет не очень быстрым, медленным. То есть вполне возможно, что какие-то события будут происходить относительно медленно в городе. Ну вот эти вот боевые действия все. Может быть, не так быстро, как хотелось бы. Но при этом карта говорит о том, что все старое уже не работает, не будет на тот момент работать. Начало новых действий, новых перемен. Нужно новое что-то вводить, и, соответственно, ну вот в данной колоде рыцарь Пентаклей, он идет от города. То есть это, скорее всего, начало боевых действий, которые будут развиваться, может быть, не так уж быстро. Но для города вот еще одна карта говорит о том, что для города будут серьезные перемены и, соответственно, новый путь развития событий. При этом довольно-таки удачно для самого города. То есть наступает очень важное время. Хотя и переживаний, и будет очень много и утрат. Но опять же, вот еще одна карта говорит о том, что что-то плохое заканчивается, начинается новое.
Это может быть налегке, то есть не нужно с собой тащить груз прошлого. А самое главное, что когда стараешься найти что-то хорошее даже в очень страшных событиях, понимаешь, ты можешь начать жизнь с чистого листа. Будет и конкурентная борьба. Вот тут я уже вижу, что это будут боевые действия начнутся. И задействовано будет много ресурсов в городе и в районе города. Конечно, будут пытаться контролировать очень серьезную ситуацию местное руководство. Это может быть и военное, это может быть и гражданское руководство. Но, скорее всего, военное. Насколько я помню, там у вас гражданского руководства практически и не осталось. Его так задвинули подальше. Как будут развиваться события для ВСУ в это время, вот ближайшие где-то приблизительно пару недель в районе Славянска? Все планы, которые строились, они окажутся иллюзией. Все, вот что готовилось, все будет иллюзией. Действия будут в основном на эмоциональном уровне. Приниматься решения, попытки действовать, при том, что ресурсов будет недостаточно. Выезжать будут только в основном на одной пропаганде. В конце концов, сами себя загонят в ловушку. Будет приказ стараться действовать, а действовать нечем и неким. Потому что большинству это все уже надоело. Все, что происходит, поэтому будут стараться более так без особых порывов действовать. И, скорее всего, вот эти подразделения, которые будут в районе Славянска, они будут понимать, что их просто кинули на смерть. Будут пытаться сохранить свои жизни, и, скорее всего, это выльется в то, что будет заключен договор. Очень много будет обстрелов по ВСУ, прилетов. Поэтому будьте, пожалуйста, особенно внимательными, если они находятся где-то недалеко от вас. А руководство кинет своих подчиненных, обманет и кинет. Ну и вот события довольно-таки быстро будут развиваться в дальнейшем. Как будут складываться дела для российской армии в это время, в ближайшие 2 недели? В основном будут такие действия, которые и туда, и сюда, когда и уличные какие-то столкновения, и вот эти вот перестрелки между собой. Но много будет действий преиспользовано, когда такие неожиданные. Думали одно, а там оказалось гораздо больше. Будут стараться максимально сохранить город и жителей. Много будет использовано, скорее всего, воздушных этих дронов. При этом будет очень четкое понимание, что нужно делать и как действовать. Чтобы это было максимально удачно. Будет много использовано силы. Но при этом довольно-таки, знаете, спокойно. Если здесь больше с эмоциями связано, да, ВСУ, то здесь будет такое вот ожесточенное спокойствие, что нужно дойти до конца целей, до целей,
и получить определенный результат. Это присоединить город к России уже фактически. Ну, хотя тоже могут быть какие-то ограничения в ресурсах. Могут быть и слабые места, в которые будут попытки внедриться со стороны ВСУ. Действовать будут ребята и со стороны воды, и земли, и воздуха. Ну, там у вас санаторий, есть вода, так что придется и с водной стихией поработать. Но в конечном итоге все закончится довольно-таки мирным путем для наших ребят и для города. В основном все боевые действия будут за пределами города в полях. Ну, тоже воздушные могут быть прилеты, обстрелы. Потом ребята будут у вас в санатории восстанавливаться. Ну, могут быть погибшие, это и будут, конечно же. Но в конечном итоге город удастся все-таки максимально сохранить и защитить. И все закончится максимально благополучно и радостно для наших ребят. Но придется и задействовать, так скажем, и какие-то внутренние ресурсы свои, личные, да, каждого. Ну, много снайперов будет работать. Город зачищаться будет. Ну, что еще скажешь? А, ну вот. И город уйдет, в конце концов, полностью в Россию. Как и должно быть. Какие будут опасности для города в это вот время? Когда непонятно, куда стрелять. То есть вот эти вот шальные пули, мины. Поэтому будьте очень, пожалуйста, внимательны. Ну, помощь. Разные варианты поддержки. Город максимально будет стараться сохранить. Для этого будут предприниматься все действия. При этом вот события будут довольно-таки быстро развиваться, но ситуация будет во многом непонятна, не ясна. И информации будет очень много скрыта. То есть люди особо даже знать не будут, что происходит. Но главное, что максимально все будет благополучно для города. Но возможны прилеты и помощь, так скажем, высших сил. Возможен какой-то договор будет заключен о сдаче. Вот такой расклад получился для Славянска. Самое главное, что меня радует, что наконец начинается какое-то движение. И это движение очень и очень серьезное будет. И в частности в Славянске вот все карты говорят о том, что грядут серьезные перемены. Поэтому, пожалуйста, будьте готовы. Вполне возможно, что в ближайшие пару недель, может чуть больше, начнутся серьезные события в районе Славянска. Желаю вам всем мирного неба над головой. Берегите себя, берегите своих близких. Всех вас обнимаю. Всех вас люблю, всех подписчиков, весь Донбасс, и не только Донбасс, и Одессу, всех, Николаев, Запорожье, Херсон, Харьков, Винницу, Луцк и так далее. Я вас всех люблю, кто, во всяком случае, ко мне хорошо относится и готовы меня слушать. Всех вас обнимаю. До новых встреч!